системе, кроме простых компонентов, их еще можно назвать одностраничными, существуют еще комплексные компоненты, аналогично можно назвать многостраничными. Комплексные, сложные, многостраничные компоненты создают разделы сайта. Например, компонент каталога создает на весь сайт весь раздел каталога, список каталогов, список групп и страницы товаров. То есть комплекс компонентов состоит из набора динамических страниц при просмотре сайта, но из одной статической страницы на физическом уровне. Комплексные компоненты строятся на основе простых компонентов, используя их логику. Посмотрим логику работы комплексного компонента. Покажу на примере новостей. На основании входящих данных комплексный компонент определяет, какая именно страница должна быть показана – список или детальная. Для простоты объяснения. Если есть среди входящих данных страницы параметр, отвечающий за передачу ID конкретной новости, то подключаем детальную страницу. Если нет, то подключаем список. На странице списка вызывается простой компонент – список. На детальный – детальный просмотр. Компоненту передается параметр, как именно данные выводить. Обычный компонент отрабатывает свою логику и выводит данные. Какие преимущества дает использование комплексного компонента? Не нужно создавать отдельные страницы и размещать на них обычные компоненты, отдельно каждый настраивать. Сильно упрощается настройка связи между обычными компонентами. Комплексы дают готовый функционал маршрутизатора запроса к простым компонентам и передаче данных, а также единое управление параметрами всех компонентов. Дает готовую поддержку ЧПУ и другие технологии.